Ну что, друзья, всех приветствую. Сегодня у нас по плану запустить принтер для сублимационной печати. Это Epson Shure Color F7200. Даже в рамках тех санкций, которые ввели, мы все равно стараемся поддерживать наших клиентов и производить и обслуживание, и установку, и ремонты. Ну а сегодня будет запуск. Ну и об этом мы вам постараемся максимально сегодня все рассказать. Все, поехали. Сегодня мы решили пойти не по стандартному пути. Мы не стали сразу ставить принтер на станину, а сначала будем прикручивать дополнительные штуки для подмочек и размочек. Ну и, соответственно, да, изначально поставим их, а потом уже будем ставить сам принтер. Так, еще раз смотрите, мы поставили изначально подмотчики, но это у нас вынужденная мера. Сначала надо ставить принтер, подмотчик, размотчик. Их прикрутили, не регулировали. Ждем просто людей для того, чтобы наш принтер поднять и поставить на ноги, соответственно. Вот. Ну что, короче, мы даже уже собрали часть корзины. Собственно, мы все собрали. Все поставили, все подмотчики, размотчики. Осталось только залить чернила и будем запускать принтер. Друзья, ну собственно закончили мы установку нашего сублимационного принтера Epson Shure Color F7200. Видео получилось небольшим, так как в предыдущих видео я вам уже рассказывал, показывал сборку, установку данного аппарата и настройку цветовых профилей. Думаю, понравилось вам видео, не забываем подписаться, поставить обязательно лайки. Ну а так, всем пока, до скорых встреч!